С нами главный тренер команды «Атрау». Вам слово, потом будут вопросы у гостей. Первое, хочу поздравить команду «Тобола» с победой. Считали, что эта победа заслужена. Но думаю, что мы должны не с таким счетом проиграть. Думаю, что игра понравилась болельщикам. Было 4 гола. Еще могут быть 4-5. Непонятные ошибки моих игроков. И то опытных игроков. Но, знаете, нам сегодня хватало 2 центральных защитника. И из-за этого такой плохой первый тайм всегда. Ничего, продолжаем далее. Самое важное, что эти младые игроки прогрессируют, как Айбар Нурбеков. Да, это лимит и его компания, и будем вот так играть на подальше футбол до конца чемпионата. Сразу говорите. Скажите, вы говорите, не такой должен быть счет, а по вашему мнению, каким он должен был быть? Еще должен быть, нет меньше одного. Вы смотрели счетки на 2 раза, был 1-1 с вратарем. Потом Инес на пустых воротах не забил. Думаю, что это вообще во втором тайме не было, если не ошибаемся, момента для этого. Но они, может быть, довольны были этим счетом. Но все равно 3-1. Хоть и проиграли, скажите, какие-то извлекли уроки для себя и что будете менять в игре на оставшуюся часть чемпионата? Ну, еще горячий после игры. Я вам сказал, что нам не хватало 20 травмных защитников, которые играли. Постоянно куцали, отдумали, за карточки не сыграли. И это связано сегодня. Та последняя линия с полузащитом, это было провал у нас. Но все равно. Довольно, как играли в втором тайме. Создали много моментов, недоволен за эту реализацию. Но думаю, что дома будет на следующей игре уже лучше. Еще вопрос? Почему Инец начал во втором тайме только играть? Он игру так довольно обострил, в принципе. Знаете, он когда пришел, сразу играл и забил 2 гола, потом у него 2 травмы были. Я из-за этого. Так, все равно? Еще вопрос есть? Спасибо. Сегодня с конференции главный тренер команды это был Тимур Радзе. Вам слово, потом будут вопросы с Ракташа Сумбат. Давид Дайдан. Хороший матч получился. Вы представляли себе соперника. Атырау хорошая организованная команда. И первый тайм удалось, конечно, реализовать свои моменты и полностью контролировать ход игры. Второй тайм пытались играть по счету, но ошибки в центре поля приводили к тем моментам, которые были созданы на наших ворот. И вот этот гол пропущенный придал нервозность. Концовка, конечно, была нервозная. Второй тайм, конечно, нельзя занести в актив нашей команде. Но победа есть победа. 3 очка в копилке команды. Будем дальше готовиться на восток. Давид Саратов. Скажите, а когда же команда будет 90 минут играть? Команда играет 90 минут. Ну, то, что было во втором тайме, можно сказать, что ничего не было. Ну, мы пытались играть по счету. Все-таки большой счет, 3-0. Может быть, где-то. А может, не хватило включения тревоги, как и в первом играли, продолжать, чтобы на протяжении 90 минут была игра. Может быть, и 6-0 было. Ну, будем разбираться, почему второй тайм. Первый тайм, конечно, очень хороший. Провели моменты, создавали практически наши ворота. Не было ничего опасного. Все, победа. Да, Саша, что с Ермеком? С Ермеком там травма, разрыв в области уха. Предварительно. Ну, думаю, учитывая его бойцовские качества, к игре «Восток» будет. Полный боевой готовность. Готов, да. Лера, пустите. Еще вопросы есть? Все, спасибо.